Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Яшка подкатывает. Это перископ, если что. Передай привет. Передаю всем привет, друзья. Привет. Все, я попопи ее, попопи. Совместную фотку с Экстом. Поцелуй его, и он тебя купит. Я не могу, у меня передозировка никотина. Он тебя купит чай, если ты его поцелуешь в губы на камеру. Да не надо мне чай покупать. Ну, как хочешь. Он тут узнается. Я это поцелую. Антон, как тебя? Вечеримов. Расскажи, что нового. Да ничего. Ну и ладно. Ладно, мы пойдем, мы найдем другую чипу. Don't cry. Don't cry. Влад, Влад, прорекламируй мой перископ. Привет. Давай. Подписывайтесь на ее перископ, имя которого я не скажу. Привет, Влад. Давай. Идем подкатывать к другой. Лена. Наш пикапер Яков Трескалов ищет Антона девушку. Так что, если вы хотите, пишите нам в перископ. Ты самая... Это я от его имени говорю. Ты самая теплая. Ты ему подходишь, чтобы... Да я дыну! Если слышишь каблуки, мы одного... Вот! Расскажи, что у тебя нового. Ну да, это ж, я же не суперзвезда Анфисы Вестингалзу, чтобы меня смотрело целых 20. Ну вот. Нового сейчас подумаю. Хочу спросить, Рафаэл, у тебя все-таки платная или нет? А у вас Рафаэл где? Платная? А у вас Рафаэл не бесплатная? Да. А пусть кто-то поздравь Анфису, она выиграла себе Рафаэл. Ой, хочешь Рафаэл? Такое. Смотрите, какая фура фаэлка. Ну, я хочу на Арбат. Это пузо? Они просрочены, поэтому и бесплатно. Вот вообще, что творится в ресторане. Да. О, поздравляем. О, поздравим Антона. Смотри на нее. Яшка, давай уроки пикапа от Якова Трескунова. Что нужно, чтобы запикапить парня? Кого? Чего ты не снимал, как мы шли? Я снимал. Да уводи ты ее. Это наши гости, это Артур, это Сережа. Прошу любить. Кто? Налоги. Как тебя зовут? Артур, Яша. Сережа. Влад. Это Тоха, это Яша, да. Это Влад. Влад. Лиса. Еще раз, как тебя зовут? Артур. А тебя Сережа. О, а все наши гости, давайте вместе как-нибудь посетим. Чья не убью? Сейчас я маму надел. Так потихи. Ой, иди красить, давай подкатывай. Нам катит. Ладно, хочешь я так же? Анфиса, поснимай, пожалуйста, заплату. Но пока ему девушка. Не, Анфисе не надо, давай. Посними, давай, пожалуйста. Не, поснимай нас. Я, Яшка мне будет искать девушку, давай. 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 Нет, йоу. Издалека, издалека. Издалека, Лена, издалека. Лена, давай. Давай. Возьмем первую попавшую. Ты все на камеру. Ты смотри. Ты подойдешь левым глазом, ваши взгляды сходятся, а никто на нас не смотрит. Давай.
Давай, моргай. Все, подлетел. Давай, бери ее за руку. Все. За руку бери ее. Давай, давай, брат, давай, нет, брат. Йоу, брат. Нет. Что ты, давай, ты теперь второй рукой. Давай, брат, сегодня. Привет. Руку ты вот так вот берешь просто. Молодец. И уводишь ее на МК. Пошел на МК. Вы встречаетесь. Все. Все, она. Да. Не лайкайте Влада. Да ты какой поганец, убить тебя мало. Не читайте его. Ничего, никакого смысла в перископе он не видел. Никакого пиара тебе не будет. Не скину я тебе видео, где у тебя появилась девушка. Да не надо. Ссылка. Я почему-то уши. Скажу, что это ты. Она сама выставляла на стену. О, привет. Привет. Я тебя где-то видел. Интересно, сейчас вспомню, да. На презентации. Нет, подожди, стой еще где-то. Я тебе, Влада, я тебе ты подумаешь. Шучу, я знаю. Ты же Лиза или Оля? Маша. Лиза. Видишь, первый вариант уже прав. Как много народу, смотрите. Ладно, не будем их смущать. Мне долбанули по лбу. За что? Это был тебя. Яша, да? Почему ты еще ее не увел? Он синий в глаз дал. Ты нам кадр. Даш, прокомментируй то, что происходит. Я захватила перископ Влада, теперь я веду. Нет, не захватила. Да. Она не отняла мою руку. Она просто мой сейчас своим пятым пятес разобьет мой шестой. Да, все, Влад больше не ведет этот перископ, я не веду теперь. Опа, и веду снова. Объявляю вас мужем и женой, все. Да. Давайте под елку устроим новогоднюю свадьбу. Документ. Яшка, вам документ. Сгоняйте за листочком. Яшка, это документы, это усы. Оп, смотрите. Все. Фу, ты же не облизал мой айфон? Пошли, под елкой свадьба будет. Вот. Свадьба под елкой. Чувствую себя мамой уткой, за которым идут ее утята. Смотрите, сколько утят. И все сюда. А это новогодняя елка. Это тебе придаст. Мути-мусы. Давай, ну там, не знаю, губками зажми, я давно убрал. Сейчас, подожди. Дай жой. Ребят, мы сейчас новую трансляцию начнем, чтобы свадьбу уж официально заявить, что это свадьба.